Привет, друзья! Говорят, чтобы день прошел продуктивно, нужно поставить цели. Так вот, моя цель – поднять вам настроение. Вы готовы? Команда «Студия 11» подготовила для вас все самое интересное и полезное. Начнем с зарядки, причем необычной. Упражнения демонстрируют сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми. Сейчас самое время привести в порядок участок возле дачи или дома. Уверена, что многие это уже сделали. Давайте посмотрим, как справляются с борщевиком ведущая и организатор праздников Екатерина Порохина. Благодаря самоизоляции я объявила борьбу борщевиком. Самое главное в борьбе с борщевиком – это перчатки, сапоги, лопата и желание победить. Значит, подходим к борщевику. Здороваемся. Делаем надрез. Ну как надрез? Углубляем лопату. Медленно, не торопясь, надавливаем на лопату. Тем самым приподнимаем землю. Выковыриваем. Достаем борщевик. Но это же малышки. Отправляем ведро и отправляем на сушку. Пойдемте, я вам покажу, сколько уже собрала борщевика за 4 дня. Навыкорчевывалась. Тарам-парам-пам. Вот он. Ну все, боритесь с борщевиком. Его можно победить. Как избавиться от стресса и набраться сил? Для одних верные помощники – книги и фильмы. Для других – занятия спортом и йогой. А для меня – баня. Друзья, наша семья очень любит ходить в баню. И сегодня мы вам расскажем секреты, как все-таки правильно париться и как правильно ходить в баню. Итак, друзья, первым делом на полок раскладываются вот такие красивые еловые веточки. Они очень-очень мягкие. Температура в парильной 40-60 градусов. И, конечно, мы первым делом просто разогреваемся, ложимся на полок спинкой сюда и ножки наверх. И 15 минут разогреваемся, греемся. Баня лечит не только тело, но и душу. После первого захода в парной нужно обязательно отдохнуть и выпить чай на травах. А если он еще из самовара, ух, тогда витаминный заряд вам обеспечен. Чуть прогрелись, можно париться. А печка-то у нас вьюгой завывает. А температура не зимняя, плюс 60. Подогрев тела начинается с березовых веников, а дальше еловый и можжевеловый для любителей острых ощущений. Легкие уколы распаренной хвои производят полезное действие. Такой массаж точно прогонит плохое настроение. После парилки контрастный душ. Я же решилась окунуться в купель. Ой, после ледяной водички такое приятное жжение внутри, аж все горит тело. Ой, обязательно попробуйте после парилки сходить в купель. Вот так. Да, не зря говорят, баня парит, здоровье дарит. Сил у меня теперь ого-го. Друзья, ходите регулярно в баню.
Тогда вы будете здоровы, и ваше настроение будет на высоте. И никакая хворь к вам точно не пристанет. Думаю, для многих любимый уголок природы – это река. На берегу можно постоять, подумать, посмотреть на то, как пробуждается природа. В нашу редакцию телезрительница прислала видео, как разлилась река Сысала. Давайте посмотрим. Бойцов студенческих педагогических отрядов Сыктывкара и Ухты будущих вожатых обучат для работы в детских лагерях. Причем инструктивный лагерь впервые пройдет в онлайн-формате. Все подробности я узнала у специалиста по работе с молодежью Республиканского центра детей и молодежи Влада Голодова. Влад, расскажи, все ли ребята из студенческого отряда могут попасть в этот лагерь? Или есть какие-то вступительные экзамены? На самом деле, чтобы быть участником структурного лагеря форум метода работы в ДОЛ, самое главное – это быть участником школы вожатского мастерства, которая проходит у нас в городе Сыктывкаре и в городе Ухте. На самом деле, чтобы получить… Вы знаете, что после прохождения школы вожатского мастерства наши ребята получают профессию вожатый. И одним из условий получения данной профессии является прохождение инструктивного лагеря. Как говорится, хочешь не хочешь, но тебе все равно придется пройти вот эту жесткую кухню, именно наш инструктивный лагерь. Сейчас все будет проходить в формате онлайн. Как вы разрабатывали эту структуру? Тяжело ли и в каком формате вообще это будет происходить? То есть это будут видеоуроки? На самом деле, да, формат для нас был совершенно новый, но мы с нашими организаторами, хочу сразу отметить, что главными организаторами являются вожатые Республики Коми, мы подобрали такую тематику, как Вселенная онлайн. И, конечно, мы знаем, что Вселенная у нас безграничная, и сделали мы акцент на компьютерные игры, именно игры онлайн. И это будет не как видеоуроки, это больше будет, ну, сами знаете, как вот мы с тобой сейчас разговариваем, так и будет у нас и на нашем структурном лагере, потому что мы все-таки за живое общение, чтобы была обратная связь. Если у нашего участника есть вопросы, наш эксперт сразу же ему ответит, так, либо в чате, либо вот так вот скажет. Про экспертов. Кто будут экспертами? На самом деле мы подобрали самых разных экспертов, начиная от почетного вожатого до руководителя педагогического направления российских студенческих отрядов Чернёва Екатерины. Также мы привлекаем экспертов, которые действительно были руководителями лагерей, были руководителями отрядов, то есть действительно привлекаем также экспертов из других регионов, это из Перми, это из также нашей республики, которую мы не забываем, также из Москвы и Ростова. То есть у нас такие эксперты, ого-го. Главная вообще задача, чтобы ребята в первую очередь это получили знания, именно практические знания, именно на инструктивном лагере даются практические знания, те, которые в моментах бывают умалчивают у нас на школе вожатского мастерства, мы пытаемся дать им в этом лагере. Также это развлекательная составляющая, чтобы ребята также могли проявить себя, раскрыть себя творческий свой потенциал. И, конечно, третье – это более такое дружеское, чтобы ребята сплотились, и, конечно, у них появились новые знакомства и, конечно же, новое общение. Влад, спасибо тебе большое за беседу. Желаю вам успехов и удачи. Вперед! Спасибо! Скоро лето, а мы не обсудили модные тренды? В этом сезоне пышные рукава. От кокетливых фонариков до объемных буфов. Косынки на шею и банданы с панамками. И да, это случилось! Гольфы с босоножками. Супер тренд лета 2020 года. И пока мы все сидим дома, все равно хочется выглядеть привлекательно. Тогда ловите бьюти-совет от нашего стилиста Юлии Кравченко.
Всем привет! Сегодня я научу вас, как сделать красивую стильную укладку при помощи щипцов для завивки волос. Для создания укладки нам понадобится плойка, диаметр чем больше, тем лучше, зажимы для волос, если нет зажимов, можно использовать обычные невидимки, и любой лак для волос. Итак, поехали! Первую прядь выделяем у лица и завиваем ее назад. Немножко подержали. Нам нужно ее закрепить невидимкой или зажимом. Следующую прядь берем параллельно первой и завиваем также назад. Снова зафиксируем невидимочкой. Сейчас перейдем к височным зонам. Выделяем прядь сначала с одной стороны и завиваем ее вниз. Вот таким образом. Мы ее снова не отпускаем, фиксируем невидимкой. Затем нижнюю прядь точно таким же образом завиваем. Ее можно не фиксировать. С другой стороны делаем то же самое. Теперь переходим к затылочной зоне и там завиваем все пряди вниз. Немножко даем прядям остыть и снимаем зажим. Берем расческу и прочесываем локоны. Можно перекинуть в другую сторону, тогда прядь будет более объемной. Вот такая красивая стильная укладка у меня получилась. Я думаю, что если вы попробуете, у вас тоже обязательно получится. Оставайтесь красивыми и не болейте. Цветы делают женщин счастливыми, вызывают улыбку и воодушевляют. Наша телезрительница Ольга Денисова каждый день видит эту красоту. В ее владениях огромные теплицы цветов. Хотите туда заглянуть? Тогда отправляемся на экскурсию. Это Сан-Виталия. Достаточно нераспространенная еще у нас, но очень интересный цветок, который готов жить и в кашпо, формируя водопад, или использоваться как почвопокровник. Ипомея с черным листом добавляют в любые композиции, когда хотят получить какой-то необычный эффект. Маргаритки, два сорта, хабанера белорозовая, тасса чисто белая, достаточно большую корзинку цветка формируют. Это мелкоцветковая ампельная петуния Piccola Yellow. Очень интересная форма цветка, как граммофончик. Биденс абсолютно неприхотлив, засухоустойчив, практически не нуждается в подкормках. Ампельная вербена белоснежная, на мой взгляд, прекрасна. Махровые бальзамины вовсю уже цветут, много завязавшихся бутонов, очень красивый сорт. Найдите для себя дело, которое доставляет вам радость. Я, например, сейчас выполню упражнение на пресс, приготовлю борщ, а потом поеду на дачу. Хорошего вам дня! Пока-пока!